Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Пещерский, миграционный консультант и руководитель паспортно-визового агентства Rush In Professional Services, также 27 лет известного как Rush In Documentation Center. И сегодня я хочу сообщить вам новостную новость. Знаю каламбур, люблю я это дело. Хочу сообщить о том, что все иммиграционные кейсы, все иммиграционные заявки на получение иммиграционного статуса для граждан Украины переводятся теперь в Германию. Теперь Германия, посольство во Франкфурте американское, будет рассматривать заявки на получение постоянного вида на жительство. Все иммиграционные категории. Неиммиграционные категории по-прежнему будут рассматриваться в Польше, в посольстве Соединенных Штатов Америки в Варшаве. Если у вас заявка есть на получение иммиграционного статуса, это виза для жены, виза для детей граждан США, виза для родителей граждан США в Варшаве, вы хотите перевести ее в Германию или в любое другое место на территории Европы, вы можете это сделать. Для этого нужно написать в посольство Варшаве и попросить перевести дело. Посольство Варшаве по-прежнему будет рассматривать неиммиграционные визы, это туристические, бизнес-виза, виза жениха или невесты, и случай, когда вы усыновили или удочерили ребенка и хотите его привезти в США. Эти категории виз по-прежнему будут рассматриваться в Польше. Хочу напомнить, что для перехода границы, для приезда в Польшу или в Германию вам нет необходимости в получении визы Шенгена. Это абсолютно не нужно, и вы можете это сделать просто по вашему украинскому паспорту. Надеюсь, что эта информация была для вас полезна. С вами был Вадим Печерский, миграционный консультант и команда Rush In Professional Services.